Buna... Вот сейчас с ребятами ходим по ангарам, ребят, смотрим различные варианты, растаможенные на физлицо. Вот ребята из России приехали, сразу три машины хотят купить. Вот данную машину тоже посмотрим. Вот Максим, всем наш привет. Подписчик из Краснодара. Да, посмотрел у Арсена видео на ютубе, влюбился в Арсена как в специалиста, он очень четко, грамотно все делает. Прилетели буквально через два дня, встретил нас в аэропорту, сейчас возит по авторынкам Армении, выбираем лучший для нас вариантик. Да, не только по авторынкам, но и по ангарам. Да, да, где только нету. И разные машины смотрим, и за 20 тысяч долларов, и за 200 тысяч долларов. Да, привет, 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 привет. Привет всем подписчикам. Очень, очень, очень круто встретили нас. Я приехал, прилетел сюда не за машиной, но даже я машину захотел. Вот уже торжественный момент. Покупочка, да? Да, удачная. Купили Kia Sorento 2020 года. Жирной комплектации 20 тысяч. Минимальный пробег. Да, 20 тысяч пробег. Поздравляю, Максим. Спасибо, спасибо. Ни гвоздя, ни жезла. Благодарю. Дорогие зрители и подписчики канала Арсенавто, приветствуем вас с Максимом на канале РЦТМ. Наш дорогой подписчик, друг и гость Максим приехал из города Краснодара, обращался заранее к нам за подбором. Максим, тебе слово, расскажи, брат. Всем привет, меня зовут Максим, я из города Краснодар, автосалон Карлав. Вот, мы занимаемся продажей автомобилей с пробегом. Обратились к Арсену за подбором автомобилей, сделал все в самые короткие сроки. Обратились мы к нему условно в понедельник, он за это время скинул нам больше там 20 вариантов. Мы выбрали для себя подходящий вариант. Арсен вообще красавчик, встретил нас в аэропорту, поселил нас в гостиницу, повозил по всем авторынкам, помог нам подобрать лучший автомобиль. Мы реально забрали машину по самому низу рынка, в самой жирной комплектации. Дико доволен остался. Арсен, большое спасибо. Офигенный сервис, классное качество. Мы точно будем с тобой еще сотрудничать и ни одну машину с тобой заберем. Большое тебе спасибо, Макс, Арсен. Макс, поздравляю, ни гвоздя, ни жезла. Вот благодарю. Все документы уже на руках, ребят. ТПО, ПТД, все, все необходимые документы, чтобы поставить по льготному утилю 5200 рублей. Кайф, и спасибо. Пару слов о машине расскажи. Слушай, Kia Sorento офигенная семиместная в максимальной комплектации. Самое главное, 30 тысяч пробег. Ребята, это практически новая машина. Полный привод, максимальная комплектация. Три крашеных элемента, причем с переходом крашеные элементы. Просто офигенный, классный цвет. У нас на юге очень любят такие машины. Я уверен, мы очень быстро реализуем эту красотку у нас на рынке. Дико довольны. Армении довольны. Арсен еще экскурсию провел по Еревану, поэтому супер кайф. Арсена точно рекомендую, еще не раз к нему обращусь. Спасибо. Все отлично, еще спасибо. Раз поздравляем. Спасибо. Ребята, обращайтесь за подбором, сделаем все в лучшем виде. Всем хорошего дня и приятных покупок. Вот сейчас Макс уже сел за руль, да, хочет кайфануть на своей новой ласточке. Здесь даже зеркала и диски все лакированное, друзья. Все в страховочных полосах, заводское все. Капот, крылья, двери, все заводское. Друзья мои, итак, всем огромный привет из Армении. Мы продолжаем вещать на канале РЦТМ. Кто не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, вопросы, отправляйте запросы на автоподбор на наш WhatsApp, он на ваших экранах. Меня зовут Арсен, и мы снова вместе, а значит, вас ожидает новая доза авторынка Армении. Итак, как всегда, по обычаю отвечаю на ваши вопросы в начале выпуска, друзья мои. И что самое главное, интересующее многих, разве сейчас можно опять, как и раньше, покупать автомобили из Армении
вывозить и по льготному уйти сбору 5200 рублей поставить на российские номера. Очень многие пишут мне на WhatsApp также, задавая этот вопрос, так как многие сомневаются, что после 1 апреля всем кажется, что все уже запрет на все автомобили, нельзя ничего вывозить. Друзья мои, запрет коснулся только лишь электрических автомобилей, то есть электрические автомобили нельзя сейчас вывозить, их только можно завозить напрямую, растамаживая в Россию в лоб. То есть кто возит там, в основном дилеры и так далее, растамаживают в лоб на Россию. Плюс запрет еще коснулся Киргизии, так как там вывозили очень много автомобилей, указывали низкие цены за автомобиль, чтобы платить низкие пошлины и так далее. Да, также другие какие-то схемы мутные были, из Грузии завозили через Киргизию, растамаживали и так далее и тому подобное. Да. Что касается автомобилей Армении, как и раньше, то есть до выхода нового закона, обычные автомобили с двигателем внутреннего сгорания, друзья мои, объемом до 3 литров, то есть объем не должен доходить до 3 литров, да, можно покупать, то есть те автомобили, которые растаможены на физлицо. Их также можно покупать, вывозить в Россию, проходить лабораторию СБКТС и, заплатив льготный утиль сбор 5200 рублей, поставить российские номера. А сейчас более подробно объясню, какие автомобили именно подходят под этот льготный утиль сбор. То есть какие годы, какие объемы и так далее, какие бумаги и справки должны быть. Этим мы полностью занимаемся, все проверяем, все заранее делаем для наших клиентов. Так что, обращаясь к нам, вы не прогадаете и попадете в надежные руки, где от А до Я мы вам помогаем и сопровождаем сделку. Итак, автомобили 2019-2021 года, то есть не старше 5 лет и не младше 3 лет, растаможенное на физлицо, обязательно должен быть в наличии таможенный приходной ордер ТПО и пассажирская таможенная декларация ПТД на русском языке с синими печатями. Такой автомобиль легко вы поставите, заплатив льготный утиль сбор 5200 рублей. И еще что немаловажно в нашей работе, друзья мои, это найти достойный автомобиль с хорошей историей, с минимальными повреждениями и с минимальным пробегом. Очень многие, как говорится, на каждый звон воодушевленно рывком бросаются сюда после реклам, просмотренных там на YouTube и на других соцсетях и источниках. Да. И потом, приходя на рынок, там не находят искомую машину, разочаровываются, уезжают и начинают писать всякие гадкие, пакостные вещи в отзывах, что здесь все битье, хлам, невозможно найти нормальный автомобиль и так далее и тому подобное. Друзья мои, для этого и существуют подборщики, которым нужно обращаться заранее, друзья мои, чтобы было время там, в течение которого по вашим запросам и критериям мы подобрали хороший автомобиль. То есть мы ищем по всем инстанциям, по всем каналам, не только на самом рынке, друзья мои, но и с прямых поставщиков, которые поставляют, привозят машины, и первым долгом узнаем мы о прибытии, о привозе новых машин. И не доезжая до рынка, уже хорошие машины все разбираются. Так как сейчас очень большой спрос на автомобили, привезенные на физлица, друзья мои, не доходя до рынка, все хорошие варианты уже, как и ожидается, все разбирают. А те люди, которые прямиком приезжают, они за 1-2 дня хотят подобрать, найти хороший автомобиль. Понятно, что они ничего не добьются этим. Если здесь уйма, например, подборщиков и людей, занимающихся по заказу, ищут
хорошие машины для клиентов, для каждой, для своих клиентов. Понятно, что все хорошие варианты заранее уже разбираются, друзья мои. То есть те, кто приезжают и хотят за 1-2 дня найти хороший, отличный автомобиль и уехать отсюда во свояси, понятно, что такое невозможно. И такие люди часто приезжают, разочаровываются и начинают писать всякие пакости, оставлять отрицательные отзывы и так далее. Поэтому умные люди, они обращаются к специалисту, который заранее подбирает, диагностирует, проверяет все бумаги и документы, чтобы все было в четком, отличном состоянии. Потом уже, когда нужно приезжать, за 1-2 дня все переоформляется, сопровождается полностью вся сделка. Также помогаем в обмене валюты, в обустройстве, друзья мои, в замене всех жидкостей и фильтров. То есть полностью все места мы знаем, все в оптимальном виде помогаем. По хорошему курсу, по хорошим ценам, где что нужно, все делаем, помогаем. И наш клиент остается довольным, уезжает счастливым. И второй, и третий раз снова к нам обращается, а также присылает, дает советы и присылает нам новых клиентов. Так что, друзья мои, еще раз хорошо подумайте, взвесьте все аргументы и факты и обращайтесь заранее за подбором. Итак, не будем долго томиться, друзья мои. И сейчас переходим к основной части нашего выпуска, к обзору автомобилей. Тех, что есть на авторынке Армении. Друзья, смотрите, вот это очень редкий день, что так ясно. Видна гора Арарат. Многие мечтают увидеть ее своими собственными глазами. Из-за этого многие приезжают даже в Армению. Смотрите, вот видите, как четко ясно видно. И мы заходим сейчас на первую площадку, ребят. Посмотрим сейчас, что интересного, что нового, что вкусного. И вы будете гулять и видеть все это вместе с нами, сидя на ваших уютных диванах, креслах и так далее. Вот Соната Limited комплектации, ребят, в шикарнейшем темно-сером цвете. Special Grey. Здесь все есть. И панорамная крыша, парктроники, бесключевой доступ и так далее и тому подобное. Год здесь тоже свежий. 20-й год. Кожаный салон, кожаный мультируль. В общем, все опции. Подогрев руля, подогрев сидений, вентиляция сидений, все есть. 33 тысячи миль пробег. Вот. Система удержания в полосе. Датчик слепой зоны. Электропривод сидений. Все есть. Панорамная крыша. Сзади шторки. Вот. Все кнопки, функции. Все есть. Даже беспроводная зарядка есть. Да. Вот еще только-только день начался, друзья мои. Только-только. Вот даже можете купить такие гелики. Начиная от 30 тысяч долларов на авторынке в Армении. Да, еще что я хотел отметить, друзья мои. На физлицо в основном сейчас привозятся автомобили объемами до 2 литров. Так как выгоднее всего растаможка именно на эти объемы. Да.
Поэтому именно их и привозят, друзья мои, растамаживают на физлицо и продают. Даже среди кроссоверов, друзья мои, в основном до 2-литровых объемов. Такие автомобили, как Chevrolet Equinox, там Chevrolet Trax, Kia Seltos, Mitsubishi Eclipse Cross, Toyota CHR и так далее, с турбированными моторами в основном они. 1.6, 1.8, 2 и так далее. Поэтому заранее говорю, чтобы не писали там. Очень многие пишут там, найдите мне Toyota Highlander с объемом 3,5 литра. Понятно, что на физлицо она не будет, даже она не попадет под льготный утильсбор, даже если на физлицо найти, так как объем до 3 литров только попадает под льготный утильсбор. Вот чеченцы уже приехали утром рано, на заказ работают тоже, ребята подбирают, чтобы отправить. Вот, ребят, к примеру, вот этот Ford Escape на физлицо, их привозят вот сейчас в районе 18 тысяч цены. Да. Ну, дизайн смахивает на Porsche. Даже сбоку тоже на Porsche похоже. Здесь на кожаном салоне. Вот. Ну, сзади тоже покажем. Escape EcoBoost AVD, то есть all-wheel drive, полный привод. Jeep Renegade, вот такие, ребят, от 16500. Вот Volkswagen Jetta на физлицо, год какой, брат? 19-й год. Пробег? 124 километра. Здесь, значит, панорамная крыша, бесключевой доступ, датчик слепой зоны, кожаный салон. Вот. Кожаный мультируль. Кнопка паркинг. Обогрев задних сидений, обогрев руля. В общем, хорошая комплектация. Да. Цена 17500 долларов, друзья мои. Вот по бирке тоже 5 месяц, 19 год. Сюда, плиз. Свежая резина, хорошие стильные диски. Вот оригинальные фары. Дальше идет Hyundai Elantra. Год какой? Какой? 19 год, Limited. Комплектация. 22 тысячи миль пробег, бесключевой доступ, кожаный перфорированный салон, вот, с обогревом, большой монитор, кожаный мультируль, вот, светлый хороший салон, кожаные перфорированные места. Такс. Кани мотора, двухлитровый Dodge мотор, цена 18 тысяч долларов. Вот многие спрашивают внедорожники, ребят, когда их привезут. Вот Hyundai Tucson, кореец, 2.4 объем, линзованная оптика, противотуманки, полный привод. Вот аукционный лот, бесключевой доступ. Кожаный салон, очень свежая машина, 18 тысяч миль пробег всего-навсего, 2020 года, суперский салон и дизайн, комфортная машина, очень стоящий монитор, очень свежий ухоженный салон. Вот здесь даже пленки на пороге есть, видите? Свежая очень машинка. Вот все функции. Блокировка полного привода, удержание в полосе, датчик слепой зоны, подогрев руля, подогрев сидений. Супер.
Хорошенькая, очень свежая, бодрая машина. Акустика Infiniti. Вот. Отдув задних пассажиров. Цена 25 тысяч долларов. Свежая резина Michelin, стильные диски, литые Tucson, H-Track. Электропривод на сиденье. Двери тоже шикарные, такие мощные вакуумные двери. Супер просто. Спереди тоже морда такая мощная, видите, красивая очень. Дизайн очень красивый. Также здесь есть камера 360, ребят, то есть жирная, очень хорошая комплектация. Суперская вообще. Также здесь Chevrolet Trax, ребят, тоже на физлицо растаможено, 19-й год. Тоже с бесключевым доступом. Комбинированный салон. Тоже свежеухоженная машина. Комплектация ЛТ. 31 тысяча миль пробег. Вот. 51 тысяч километров. Вот, на одометре, видите? Автомат-коробка. Ну, ухожу. Вот еще одна соната, ребят, тоже на физлицо. Тоже 19-й год, пробег. 30 тысяч миль, да? 50 тысяч километров пробег. 1.6 турбированный двигатель здесь. Подушки безопасность не вскрывалась, говорит, короче. Вот как раз смотрят ребята из России. Вот, тоже свежая резина на ней. Диски суперские вообще здесь. Вот. Салон кожи Алькантара, комбинированный серого цвета. Вот, супер. Дизайн вообще хороший, красивый. Суперский. Кожаный мультируль. Пробег 65 тысяч километров. Вот, вместо селектора вот такие кнопки, стоящий монитор. Вставки карбоновым узором. Вот. Супер. Салон как на Зикаре. Видите, Алькантара серого цвета с красными полосками. Электропривод, система удержания. В полосе все есть. Обдув задних пассажиров. Цвет, видите, как блестит. Серый перламутр. 1.6 турбо. Так. Вот. Красота и да это и только. Куда мне ехать? В Армавир или в другой город? Далее идет у нас Chevrolet Malibu, ребят. 1.5 объем, турбо тоже. 2020 год.
Пробег какой, брат? Исключивой доступ. Тканевый салон. 83 тысячи миль пробег у нее. Короче, далее идет Honda Civic, ребят, 20-го года, 2-литровый объем, тоже на физлицо. Пробег какой? 60 тысяч миль. 60 тысяч миль пробег. Так, тоже комбинированный салон, кожаный мультируль, электрический вот такой. Приборная панель. Вот. Honda Civic. Алюминиевые педали. Вот ВИН-код. О, газета «Правда», как говорили во время Советского Союза, где есть все, кроме правды. Шины Goodyear, диски красивые, легкосплавные, стильные. Honda Civic. Редкость для этого авторынка, но видите, все-таки дошли и до нее. Цена 21 500. Еще одна джетта 20-го года, ребят, чистый. Тоже на физлицо. Пробег какой? Тарон, срать пробега. Километр. Тани? 85 миль. 85 тысяч миль пробег. Серый металлик цвет. Кожаный салон, панорамная крыша. Тоже жирной комплектации. Вот. 17 тысяч долларов просит. Еще одна джетта, ребят. Тоже физлицо, 20-й год, серебристый металлик, или снежная королева, как любят говорить в народе. 70 тысяч миль пробег, кожаный салон, панорамная крыша. Так, по бирке первый месяц, 20-й год. Такс. Вот. Вот датчик слепой зоны, бесключевой доступ. Панорамная крыша, все есть. Вот. Сегодня день у нас насыщенный, очень много автомобилей привезли на физлицо, видите. Дальше идет уже Kia Forte на физлицо. Кани мотор, айси, брат. 2.0 дочь мотор. Пробег 36 тысяч миль, да. Вон. Стоящий большой монитор. Тканевый салон. Бля, я думал, это М-ка здесь. Красный цвет увидел. Так,
Думал, что от BMW значок М-ку шилдик поставили. Ага. S-комплектация спорт, то есть. Да. Безопасность не стрелявшаяся. Сзади крыло одно с правой стороны, говорит, бито, и все. Вот полоски страховочные вот есть на всех дверях. Так. '20 год, 6 месяц. Kia Motors Mexico. Мексиканская сборка. Вот, уважаемые друзья, зрители, вот сколько оружия, видите, завезли в то время. Смотрите, SL-комплектация, камеры 360, шикарные диски, панорамная крыша, дисктроник, все есть. Вот к вашему вниманию хочу предоставить, так как очень многие тоже их любят. Старые Ешки Мерседес, B210 кузов, ребят. Да. Вот у этого продавца всегда такие машины на продаже. В хорошем состоянии, ухоженные. Еще одна здесь стоит. Ужином в салоне. 210 кузов. Черный Мерин. Черный демон. Мобил один. Почем, брат? Добрый утро. $10,000. А этот? Это тоже 10. Тоже 10. Годы какие? 2001-2002. 2001-2002. 3.2, да? Да. 3.2 объемы на обе. Здесь как раз видно, да, V-образный двигатель. Супер-пупер. На том черный салон, а здесь бежевый салон. Черный Фури. Вот здесь смотри. Регулировка сидушек с запоминанием. Десятка червонец. Чирик. Шины на обеих. Резина свежая. Супер, вообще бомба. Вот как раз о чем я вам говорил. Mitsubishi Eclipse Cross тоже на физлицо с турбированным двигателем 1.6. Инчарж, опа. Пробег 63 тысячи миль, ребят. Вот. Дэм Кашуа, ты чёрс? Полноприводная 4WD. Вот. 2019 год, японская сборка. Повторители, все, черные диски. Супер. Вот еще одна джета, ребят. 2020 год. 70 тысяч пробег. Тоже на физлицо. Тканевый салон.